Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Варзафон, который продлится с 1 по 8 июня. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать технику «Воздух» 15 раз. Ну а для выполнения этой техники вам потребуется просто оторвать машину от земли. За второе испытание можно получить 95 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать 10 идеальных техничных цепочек. Ну а для выполнения идеальной техничной цепочки вам необходимо удерживать счетчик очков до 20 тысяч. Главное постараться ни во что не врезаться. За третье испытание можно получить 3 призовых игры. Для его выполнения вам потребуется автомобиль марки Ferrari. Ну а нужно всего лишь победить в любой гонке. Для последнего испытания вам опять понадобится автомобиль марки Ferrari. Для выполнения испытания вам понадобится попасть в тройку лидеров в любом заезде на игровой площадке. Ну а игровые площадки можно найти в свободном сетевом заезде. Приз за последнее испытание – это Ferrari 599 2XA. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Варзафон, который стартует 8 июня. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!